В прямом эфире 7 канала «Новости» в студии Алексей Майоров. Здравствуйте. Прокуратура Березовского района отреагировала на сюжет нашего телеканала по поводу помощи на лечение раненого участника АТО. По данному факту начнется проверка. Я напомню, что в селе Демидово Березовского района, откуда родом раненый боец Вадим Ефремов, собрали 11 тысяч гривен, которые передали на первый этап лечения. Когда к сбору денег подключилась районная власть, возникла проблема. Чиновники собрали 71 тысячу гривен, но на руки матери передали только 10 тысяч. Остальные деньги положили на счет некоего благотворительного фонда, который сами же и открыли. Отдавать накопленную сумму обещают по частям и требуют строгий отчет от матери Вадима. После расспросов обещают собирать совещательный совет и на нем решать, выдавать деньги или нет. Житель села Демидово Березовского района Вадим Ефремов находится в отделении хирургии Одесской больницы Водников. У 20-летнего парня обожжено 35% тела. Тяжелые ожоги он получил под Мариуполем. Патрульный катер, где служил боец, попал под ракетный удар в Азовском море. Сессия Одесского облсовета фактически единогласно передала в госсобственность строение, расположенное в Болграде. Как сообщалось ранее, на территории бывшего военного госпиталя планируют разместить штаб бригады Нацгвардии. Здесь будет создан отряд численностью 500 гвардейцев, еще 100 человек из роты милицейского спецназа «Болград». Как отметил глава облувд Иван Катеринчук, вопрос необходимо было принять из-за возможных провокационных действий со стороны России на границе с Республикой Молдова. Для приведения строений в порядок необходимо потратить 23 миллиона гривен. Украина, как любая страна, которая хочет жить в безопасности, должна готова быть ко всему. И поэтому думаю, что вот это направление, именно Бессарабия, с ее 600-тысячным населением, которое сухопутным путем связано с Украиной буквально через два моста, и сегодня об этом говорил начальник областного управления МВД, что в случае, например, не дай бог, какой-то диверсии, то этот регион можно просто отрезать. Вообще просто одним ударом отрезать от всей территории Украины остальной, то, конечно, там нужно укрепляться и быть готовыми ко всему. Мы надеемся на добрососедские отношения со всеми государствами, но хочешь мира, будь готов ко всему. Порты Одесской области с начала года переработали более 60 миллионов тонн грузов, что на 4 миллиона больше за аналогичный период прошлого года. Увеличение экспорта связано с зерновыми грузами, а также железной рудой. При этом импорт сократился на 14,5%. Главной причиной специалисты считают ситуацию на Донбассе. Также есть снижение и по транзиту, в первую очередь российскому. Следственные действия относительно событий на Греческой площади возле Дома профсоюзов завершены. Об этом сообщил советник главы МВД Зорин Шкиряк. По его словам, 24 человека уведомлены о подозрении в совершении преступления. Материалы уголовного производства в их отношении будут направлены в суд после знакомства подозреваемых и их защитников с ними. Шкиряк добавил, что еще 9 человек, среди которых есть организаторы и активные участники массовых беспорядков в Одессе, находятся в розыске. И досудебное расследование в отношении их продолжается. Что касается событий непосредственно в Доме профсоюзов, то следствие находится на завершающем этапе. Одним из тех, кто находится в розыске, является бывший заместитель начальника Одесской областной милиции Дмитрий Фучиджи. Президент Украины Петр Порошенко на своей пресс-конференции обратился к российской стороне с просьбой выдать Украине Дмитрия Фучиджи. Коллектив 7-го телеканала обращается ко всем политическим партиям и кандидатам в депутаты Верховной Рады. В связи с отказом нашего телеканала от размещения в эфире политической рекламы, предлагаем вам принять участие в прямом эфире предвыборного проекта «Право выбора 2014». Формат передачи – дискуссия или дебаты. Обращайтесь в редакцию нашего телеканала и приходите в эфир. Площадку для дебатов мы предоставляем бесплатно. Ну и на этом пока все. До встречи в 4 часа дня.